Коллеги, добрый день. Надеюсь, у вас продуктивное настроение, несмотря на ноябрь. Для тех, кто первый раз, это отраслевые эфиры компании «Фитнес-эксперт». Прокачиваем себя, прокачиваем тренерские навыки. Сегодня четверг, это именно тренерский эфир. Я вижу, что вы потихоньку присоединяетесь. Вас все больше и больше, это приятно. Собственно, давайте я представлю наших спикеров и будем двигаться дальше. Но сначала скажу, что все эфиры в записи сохраняются на канале «Фитнес-эксперт» на YouTube и на страничке ВКонтакте. Все просто. Так. Отлично, нас еще больше, можно представлять. Про профессионализм групповиков говорят много, говорят постоянно. Это одна из востребованных тем на всех форумах, что же надо сделать, чтобы быть по-настоящему классным тренером групповых программ. И у нас сегодня семейный эфир, пусть будет так. Экспертиза наших спикеров, особенно на двоих, просто невероятная. Это несколько федеральных сетей, это презентерство, это доказанный, прям 100% доказанный опыт того, что они, во-первых, сами являются топ-тренерами, во-вторых, 100% знают, как привести любого тренера к успеху, и я приветствую Кирилла Иванова и Нелли Хусаинову. Коллеги. Привет, всем привет. Всем привет. Привет, привет. Привет, Настя, спасибо большое за такое прекрасное начало. Когда есть что представлять и говорить, то это, собственно, прям должно быть. Очень рада вас видеть с дебютом. Я отключаюсь, микрофон и камера ваши, участники тоже ваши, чат вы видите, собственно, если есть вопросы, ребята будут задавать. Удачного эфира, а нам удачных знаний от вас, удачного времени с вами. Спасибо большое. Увидимся. Спасибо. Отлично. Да, ребят, всем еще раз привет. У нас есть чат, как сказала Настя, да, не забывайте писать там. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, пишите, мы постепенно постараемся на все отвечать. Какие-то мы охватим много сегодня тем за короткое время. Действительно, когда готовились к этому эфиру, поняли, что тема получилась очень интересная и постарались уместить все самые классные моменты. Начнем? Да. Сегодня мы расскажем вам про основные правила топового тренера. Назвали эту лекцию так, чтобы охватить как можно больше важных тем, острых тем, которые нас, тренеров групповых программ, всегда, по нашему мнению, сильно важны, которые мало освещаются, и мы хотели сегодня это прям вам осветить поярче, этот путь. Ну что, давайте начнем с представления. Вдруг, возможно, кто-то нас не знает. Меня зовут Нелли Хусаинова. Я являюсь фитнес-директором сети фитнес-клубов V-Gym в Москве. В индустрии с 2007 года. Также я презентер, лектор международных конвенций. Очень люблю делиться знаниями, опытом, который приобрела. Являюсь мастер-тренером команды Les Mills Россия. Амбассадор спортивного бренда Reebok. Опыт мой был интересным. Я начинала в компании World Class, проработала там почти 10 лет. В общем, начинала с тренера групповых программ. И много прошла на этом этапе. И есть большой опыт, которым очень хочется поделиться. И, соответственно, дальше уже двигалась по карьерной лестнице. Сейчас я уже взаимодействую с тренерами. Это другой опыт и тоже очень ценные и для меня, и для вас, я уверена, тоже. Меня зовут Кирилл Иванов. На данный момент я являюсь главным тренером Les Mills в России. Мой опыт тоже уже насчитывает больше 12 лет. Начинал в компании World Class, там прошел
вообще с нуля, то есть пришел как вообще ничего не знающий человек в фитнес-индустрию и начал подниматься, набираться опыта. Затем был программным директором в Encore Fitness, и на данный момент я работаю тренером в Unreal Fitness и помогаю с координаторством в VGym. Вот. Поэтому и самое хочу добавить про нас двоих. Самое классное, что мы вдвоем практикуем групповые тренировки. То есть непосредственно все, что мы будем вам сегодня рассказывать, это все, что мы пропускаем через себя. То есть проверяем, пробуем какие-то фишечки. Что-то заходит, что-то не заходит. И сегодня вот мы для вас вычленили самое классное и интересное. То, что, по нашему мнению, создает действительно такого топового тренера групповых программ. Давайте начнем. И начнем мы с вами с того, что у нас будет. Первое, мы пройдемся по так называемому чек-листу топового тренера. Это вы прям можете ставить галочки или заскриншотить и потом проверить себя, что из этого у вас уже есть, что из этого у вас нет. Дальше Нелли вам расскажет немножко про типы личности. И мы немного обсудим такую тему, как кто твой клиент, то есть кто перед нами в группах, кто перед нами, когда мы тренируем персонально. То есть сегодня мы будем говорить и про групповые тренировки, и про персональные тренировки, и как раз-таки дать тот самый сервис на групповых тренировках, чтобы люди настолько сильно захотели к вам пойти тренироваться персонально. И как раз-таки четвертая тема будет про то, как конвертировать групповую тренировку в персональную. Если, опять же, у вас будут возникать какие-то вопросы, добавления или, может быть, даже возражения, пишите обязательно в чат. Мы очень любим, когда у нас идет такая живая дискуссия, и когда вы тоже в ней участвуете. Итак, первая тема – это чек-лист. И мы прям быстренько пробежимся по таким основным правилам, которые должен соблюдать тренер, который хочет быть топовым, так сказать, экспертом в этом деле. Вот он перед вами. Ну, давайте. Первое – это внешний вид. То есть то, как вы выглядите, начиная от физической формы, заканчивая то, поглажена или не поглажена на вас тренировочная форма, соответствует ли одежда тому классу, на который вы пришли. Это все очень-очень важно, потому что клиенты хотят видеть перед собой ролевую модель, за которой хотят стремиться и которая, ну, которая их будет радовать. Второе – уважение и забота. Будем по очереди. Ага. Уважение и забота – это важный аспект любого тренера. И вообще, зачем приходят люди в фитнес-клуб? Они приходят за заботой. И если вы как тренер и как член клуба, как член большого дома, да, член семьи, клубом, который является данная семья, вы заботитесь о каждом своем клиенте, как о непосредственно тоже члене большой семьи, это всегда очень притягивает людей и возвращает на ваши тренировки. Следующее – это полное погружение в процесс. Здесь как мы берем и персональную тренировку, и групповую. То есть когда вы идете на групповую тренировку, и когда вы ее уже ведете, вы должны полностью погрузиться и отдаться данному процессу, то есть ни на что не отвлекаться. Даже если у вас есть какие-то проблемы за этой тренировкой, не знаю, в жизни, в семейных отношениях каких-то, вы должны все это отключить и максимально отдаваться человеку. И как раз-таки следующий пункт тоже очень подходит под полное погружение, это выключить телефоны и включить себя на полную. То есть во время персональных тренировок топовый тренер не использует телефон ни в коем случае, никогда, даже как таймер. Открытые позы. Это то, как нас человек считывает и как мы отражаемся в глазах других людей. Когда у вас открытый взгляд, открытое сердце, открытый мозг, открытая грудная клетка, руки и так далее, да, то есть это очень круто считывается человеком. Он всегда эту открытость сразу прочитывает не только в ваших позах, но и в ваших глазах, в вашем взгляде и в вашем мета-сообщении, так сказать. Дальше улыбка. Вроде такая мелочь, но порой бывает, что тренер начинает улыбаться только либо во время тренировки, либо во время группового класса, но иногда редко контролирует себя в тот момент, когда он зашел в клуб, когда он идет на тренировку. Вот здесь тоже очень нужно следить за тем, что вы, как только вы зашли в клуб, вы должны сиять, вы здесь
тренер, вы здесь, так сказать, некий лидер, и ну, улыбка должна быть обязательно не сильно натянутая, конечно, но вы должны излучать позитив и такое приятное излучение от вас должно быть. Ну, собственно, позитивная энергия, следующий пункт, это и есть то, что излучает в первую очередь ваша улыбка. Когда вы улыбаетесь, когда вы несете открыто свое, опять же, свое вот это вот мета-сообщение в атмосферу, то позитивная энергия, она исходит от вас. И эту позитивную энергию нужно в себе копить в том числе. Дальше голос. Здесь, с одной стороны, все просто, но голос – это часто бывает у начинающих тренеров групповых программ. Даже если вы работаете с микрофоном, то с голосом всегда есть над чем поработать. То есть ваш голос должен быть, если вы работаете с микрофоном, он должен быть достаточно поставленный. Поэтому я рекомендую пройти какие-нибудь курсы по как говорить, откуда извлекать этот голос, чтобы ваш голос был четкий, достаточно громкий и в микрофон понятный. И если вы работаете с клиентом, то тоже, опять же, ваш голос должен быть таким, чтобы клиенту не приходилось прислушиваться к вам или там не слышать до конца, что вы говорите. Поэтому здесь тоже вы должны быть... Ну, кстати, вот в голосе спешу добавить, что должна быть еще позитивная вот эта нотка, потому что иногда мы улыбаемся и говорим, ну что, давайте начнем нашу тренировку. Как бы... Да, то есть очень важно, чтобы ваш голос отражал ваше настроение, и это тоже должно быть по-доброму, с уважением, заботой, с позитивом, и все выше, совсем выше перечислено. Давай дальше. Мое? Не говорить о своих проблемах и не задавайте личные вопросы. Сразу объединим вот эти два «не». Мы вообще не любим как бы говорить от «не», но здесь вас, как профессионалов, мы уверены, что вы это поймете, считаете правильно. Никогда никому не рассказывайте о своих проблемах, если это касается, опять же, работы, да, фитнес-клуба, где вы преподаете фитнес и ведете уроки. И не задавайте клиентам личные вопросы. Не знаю, как это взаимосвязать, но, в общем, ваши проблемы остаются за дверьми вашего клуба, и с клиентами мы не общаемся, не заводим личных тем, если это как бы в рамках фитнес-клуба, и если это, ну, не совсем прям какая-то сложная ситуация, где ваша помощь просто необходима, и вы там можете спросить, как вы себя чувствуете в данный момент, но это, опять же, не личное, да, но если там... совсем уходить куда-то в дебри. Вот. Но, может быть, ты добавишь по поводу проблем. Ой, по поводу вопросов. Ну, по поводу вопросов я бы здесь добавил, что личное это не значит, что нельзя спрашивать, когда у него день рождения, или там, как у него собаку зовут. То есть какие-то, или, может быть, даже какие-то его тренировочные цели или травмы. Это, конечно, все хорошо. Но не погружаться слишком глубоко, то есть не становиться тем, который... тренер, который старается найти какую-то выгоду в этом клиенте, и там, а вы кем работаете, а сколько зарабатываете, то есть в такое мы не уходим, ну, только если прям клиент вам сам не начинает это рассказывать, но, опять же, лучше от этих тем отходить подальше, потому что вы тренируете, даже если это ваш друг, ваш знакомый на тренировке, мы стараемся меньше про такое говорить. Где-то в другом месте, где вы с ним общаетесь, ну, там уже может быть. Но, опять же, держите некие границы, и как раз-таки следующий пункт, Нелли. Но... соблюдение личных границ, то есть здесь просто держите дистанцию. В данный момент это ваш клиент или член клуба, и вы его должны тренировать не больше. Да. А также только на «вы» мы говорим, это для нас вообще правило с Кириллом такое золотое, и оно никогда еще не проигрывало и... никогда нас не подводила. С любым клиентом только на «вы». Это отличный показатель топового тренера, вот лично для меня, и вообще, в принципе, за свой опыт я до сих пор со своими клиентами, с некоторыми общаюсь на «вы», и это только... Но здесь, тоже, если клиент вас просит перейти на «ты», конечно, да. И вот это моя любимая тема, только на «вы». Опять же, сейчас возвращаемся в групповую тренировку. Очень часто бывает такой момент, когда тренер групповых программ во время урока начинает говорить «сядь, встань, продолжай, не останавливайся». То есть в группе обращаемся на «ты». А здесь
с одной стороны, кто-то говорит, что да, так лучше доходит информация, но тут мы немножко сами себе начинаем противоречить. Вдруг кто-то пришел взрослый, вы его не знаете. Ну и по этикету мы не можем к нему обращаться на «ты», а он пришел на групповой урок. Соответственно, мы говорим на «вы». И второй момент, что если приходит новичок, где-нибудь там спрятался, я все время про это рассказываю, и он все время слышит «давай, вставай, отжимайся, продолжай». То есть ему кажется, что все команды направлены на него. И для него это слишком большой стресс, и он, скорее всего, больше не придет. Поэтому мы вам рекомендуем придерживаться команды. Сядьте, встаньте, продолжайте. То есть все время на «вы». Либо по имени кому-то можно исправить. На групповой тренировке только на «вы». Это прям такое золотое правило топового тренера, поверьте мне. Угу. Деликатность и тактичность, опять же, это в рамках вашего воспитания должно быть, да, то есть часто мы видим, слышим, слава богу, не часто, но такое есть, когда тренер может как-то, там, не знаю, там, по плечу хлопнуть, что-то там, главное, что только по плечу, вот, ну, то есть какие-то такие вещи, которые, ну, не всегда, возможно, приятны, например, для другого человека, поэтому вот эти границы, да, и, опять же, деликатность и тактичность всегда на «вы», это всегда будет для вас неким бонусом, плюсом, то есть никогда не придется чувствовать себя неловко, за что-то извиняться, думать, переживать за этого человека. Когда вы держите вот эти границы с каждым, с уважением, с на «вы» и так далее, да, то есть все, что к этому относится, это будет всегда вашим козырем, всегда вашим таким отдельным мирком, в котором вы существуете, и у вас есть четкие принципы, которым вы следуете. Ну и дальше, в принципе, наверное, такой один большой пункт, разделенный на несколько частей, это уметь слышать и слушать. Mm-hmm. После групповых тренировок очень часто подходят к вам клиенты, что-то рассказывают, а старайтесь это услышать и, может быть, запомнить. То есть, может быть, вы услышите какую-то цель их, для чего они тренируются. В следующий раз вы эту цель, например, вы можете напомнить на уроке, чтобы замотивировать. Mm-hmm. Знайте день рождения ваших клиентов, если это группа, и вы знаете, что у кого-то сейчас день рождения, это вообще классно, то есть записывайте эту информацию. Если персональный клиент, ну здесь, в принципе, наверное, точно мы всегда знаем, когда день рождения, обязательно поздравляем. Ну и если какие-то есть факты, это больше, в принципе, относится либо к платным мини-группам, или к персональным тренировкам, то есть тоже знайте, если человек готовится к какому-то соревнованию, если, может, у человека есть собака, он вам про нее все время рассказывает, надо знать, что у него есть собака, и желательно знать и помнить, как ее зовут в этом случае. Если он вам про нее все время говорит, то есть здесь старайтесь услышать, что они вам говорят, и особенно, когда они говорят вам про какие-то свои цели. Потому что бывает, мы им иногда навязываем что-то свое, а они хотят совсем другое. Вот, это такой основной чек-лист. Проверьте, если кто-то здесь есть в чате, напишите, что у вас уже хорошо получается, либо что можете добавить, а мы будем двигаться дальше. Да? Да, вот по поводу добавить прям очень просим вас, потому что мы на каждом обучении с ребятами обсуждаем эту тему и добавляем новые фишки. Кирилл, ты читай, пожалуйста. Да, читай, я смотрю. Я его плохо вижу. Итак. Засекай 10 минут. Мы хотим поговорить с вами про классную тему, просто потрясающую. Вообще напишите, кстати, в чате плюсики, кто уже знает, что такое диск-профайл. Кто знает, мы сейчас освежим эту информацию за 10 минут. Кто не знает, это прям сильно изменит ваш подход в дальнейшем к работе, к тренировкам и вообще ко всему, что было ранее. Поехали. Диск. Что такое диск? Это четырехступенчатая, четырехсекторная поведенческая модель для исследования поведения человека. Мы не оцениваем его ум, там, его IQ. Здесь только оценивается поведенческая модель в окружающей среде. Да? В общем, ее изобрел Уильям Морстон, американский психолог. Давай дальше, Кирилл. Что делает диск? Чему он учит? Если вы будете практиковать диск-профайл и разбираться в этом, да, немножечко углубитесь, то вы сможете разбираться в людях, выявлять их тип личности в первые секунды общения, по их поведению, по их голосу, по их жестикуляции, по их даже вот
Мне иногда это чувствуется даже на уровне какого-то голоса, энергии, вибрации, знаете. Вот. И это, конечно же, секрет успеха любого тренера. И вообще тема налаживания коммуникации, нетворкинг, связь, коммуникативные навыки – это всегда некий бонус тренера, который работает в сфере фитнеса и, что немаловажно, групповым тренером, тренером групповых программ. Вот так выглядит модель. Первая верхняя часть этой модели – экстравертная, нижняя – интровертная. DEI мы будем называть их красные и желтые. Они находятся наверху, в верхней части модели диска. А CES мы будем называть их синие и зеленые. Они находятся в нижней модели диска. Итак, кто такие красные? Вот помните, да, вот в верхнем углу диска у нас были красные. Это доминанты. Доминанты – это очень уверенные в себе люди, энергичные. Им важно продемонстрировать свой статус, они очень решительные, волевые, целеустремленные. А, как правило, они всегда громко говорят, очень быстро идут, такие, знаете, целенаправленные. Их самый главный мотиватор – это победа. Они идут к цели, они движутся к цели, они любят вызовы. И демотиватор их – это поражение. То есть с этими людьми на групповых тренировках обычно мы им всегда бросаем вызов, да? Это такой челлендж. Они любят всякие забеги, гонки, где нужно просто бежать куда-то и добиваться, и чтобы тебе надели в конце медальку, желательно как бы всех победить. На групповых тренировках красные стоят всегда в первой линии. Они всегда ярко одеты, там, не знаю, у них классная экипировка. Либо это бренд, либо это что-то такое, что является топовым брендом на рынке, особенно спортивным брендом, да. Это всегда какие-то яркие гаджеты, это всегда большой вес, если это бодипамп. Это люди такие лидеры, лидеры мнений. Их место знают все. Вот здесь стоит Вася, он доминант, он красный. Если вы красный, если вы узнали себя, поставьте плюсик. В конце этого тренинга мы расскажем, как продавать такому, как конвертировать такого клиента из ГП в ПТ. Идем дальше. Мы сейчас изучим вторую тип личность в экстравертную. Наталья написала красная. Наталья красная, ну супер, доминант, ты узнали себя, да? Да, и как правило, красным тренерам проще общаться с красным клиентом. Да, тоже такую модель для себя проводите такую параллель. И если, например, мы, опять же, бежим в гору, да, мы красному говорим, цель наверху, бежим. То есть для них важен челлендж, важен вызов. Красный равно вызов, запомните. Поехали дальше. Желтый, экстравертный тип, вторые. Это тоже очень эмоциональные люди, но в отличие от красных, они немножечко такие сумасшедшие, да, в хорошем смысле слова, они очень позитивные, они очень яркие, любят такое все, все яркое, все позитивное, музыка, танцы, тоже первая линия, тоже, да, тоже желание стоять впереди, быть на виду, но для того, чтобы люди тебя увидели, чтобы люди тебя оценили, чтобы люди тебя заметили, похвалили. То есть им очень важна социальная оценка. Да? И это такой важный момент. Они любят быть в центре внимания. Вика, да, на самом деле, ребята, в фитнесе желтых очень-очень много. Они любят быть в центре внимания, для этого они ярко одеваются, жестикулируют вот так вот, когда разговаривают, да, такие очень позитивные, яркие, их всегда видно. Им очень важно, что о них подумают окружающие, подвержены чужому мнению, их главный мотиватор – признание, и самое, ну и тут мы уже анализируем, что демотиватор – это как бы недовольство социальным обществом, да, то есть всегда хотят понравиться. Желтые, если мы бежим на гору, то мы говорим, мотивируем желтых тем, что там будет медальки, фоточки, будут шампанское будет в конце нашего челленджа, да, и это
и это будет командный забег или что-то такое, это будет весело, это будет классно, и даже там веселая музыка будет. И, в общем, вот это все мотивирует желтых. Они стоят в первой линии тоже, и в конце тренинга мы расскажем, как продавать желтым. В чате уже здесь преобладают желтые. Естественно, желтые, желтые везде. Желтых в фитнесе очень много, потому что они любят общность. Они все друг к другу тянутся, особенно если это позитивная какая-то история. То есть у них очень такие ценности про любовь, про счастье. Дальше поехали. А, у нас зеленые. Мы в интровертном, в интровертной половине, и справа вы увидели зеленых. И это люди стабильные. Да? Зеленые, они очень любят постоянство. И запомните. Красный – челлендж, желтые – веселье, зеленые – инструкция к применению. Вот эти вот слова, да, равно, они всегда будут вам таким маячком. Так вот, инструкция к применению важна зеленым. И для них очень важна стабильность, последовательность, план тренировок, чтобы всегда, чтобы он знал, что будет сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра, как я приду к своей цели, какими шагами. Им нужно удобство и комфорт. Они обычно стоят в дальних линиях на групповых тренировках, где-нибудь, знаете, за столбами. Этот вот вечный столб в зале ГП, и если за ним кто-то стоит, то это точно зеленый. Там прячется зеленый, знаете. Вот. И они, если, например, у красных жестикуляция, у желтых жестикуляция, то у зеленых она вот такая вот больше. Вы знаете, я так давно не тренировалась, мне хочется вот чего-то спокойного. Там, вот, и больше mind-body программы, конечно же, для зеленых. Они очень не любят, чтобы их выделяли из толпы. То есть, например, если для желтых важно, как вы их хвалите, там, Люся молодец, давай зажигай, она будет самая счастливая. Для красных важно, там, да, говорит, круто, сегодня такой вес взял, я прям восхищаюсь вашим стремлением. А здесь лучше лишний раз при всех прилюдно не конкретизировать и не указывать там на Марию Ивановну зеленую, которая стоит в конце зала и думает, господи, только бы меня никто не заметил. Вот, поэтому с ними очень аккуратно, и если они бегут с вами в гору, то им нужна четкая инструкция. Мы стартанем, мы побежим, я буду рядом, с нами будет вода. В конце мы обязательно отдохнем. Если какие-то вопросы, я всегда рядом. И этим людям очень важно на уроках тоже объяснять, что нас ждет. Да? Что есть какие-то, будут какие-то опции, что будут какие-то паузы, где они смогут попить воды. То есть очень важна вот эта важна забота. Что у нас там в чате? Здесь Наталья пишет как раз, что очень жалко зеленых, когда миксуют релизы или что-то непредсказуемое. Для них это реально стресс, и особенно когда тренер не тот, на которого они пришли, и перед ними стоит, это для них. Да, такой момент, что когда у зеленых случается что-то, что если что-то идет не по плану, для них это прям, знаете, паническая атака. Что, все, все, эта концепция изменилась, да? Система, сбой системы. Итак, и последние в этом круге интровертного полуовала, полукруга, это стабильные, это конкретики, синие, мы будем называть их синие. Они самые-самые уникальные, скажем так, в принципе, в типах личности. Ну, почему уникальные? Потому что меньше всего, их очень мало. Если где-то найдется синий, это прям вау, синий. Угу. Синие, они очень спокойные, очень сдержанные, очень аккуратные. У них практически нет вообще никакой мимики и жестов. Но запомните, синий равно детали. Для синего очень важны точные, четкие, конкретные либо это информация, да, либо действия. То есть они должны понимать, зачем я здесь, чтобы что. Мы приседаем, чтобы что, зачем. Какая мышца будет работать, сколько по времени я буду приседать, какой пульс я затрачу, какой эффект я получу, к какому результату я приду, сейчас, завтра, послезавтра, и зачем вообще мне какой там, если мне нужен какой-то план действий, то мне очень четкий нужен план действий. Да? То есть это люди, которые планируют все до мельчайших деталей.
Для них очень важно качество, они готовы заплатить за это большую цену, но для них важно быть правым, да, и если они ошибаются, то они не ошибаются, значит, смотрите первый пункт. Итак, это синий, пишите, если вдруг здесь есть синий, и если мы бежим в гору, синим мы говорим, сколько по времени мы побежим, за сколько мы прибежим, на каком пульсе мы будем бежать, с какой скоростью, для чего вообще мы туда бежим. Да, то есть это люди, которым очень важны детали. А такие люди тоже любят четкость по времени. Они стоят и приходят на групповой класс заранее, за там, 5-10 минут. И если тренер опоздал, для них это прям красная тряпка. Если тренер влетает, что-то там, это особенно желтый тренер, знаете, с розовой повязкой на голове, для синего это прям, как сказать, тоже разрыв системы, сбой системы, что-то не так. Почему человек вообще опаздывает, и как бы это очень для него странно. Так, ну что, пишите, какие вы, кого вы узнали, узнали ли вы своих клиентов здесь, а мы идем дальше. Да, если у вас какие-то есть вопросы, задавайте, мы будем в промежутках на них отвечать. А дальше мы немножко поговорим про сервис, некую сервисную часть. Опять же, возвращаемся как топовый тренер. То есть, что важно помнить. Теперь мы знаем, что у нас есть 4 разных вида типа личностей на классах. А также к нам приходят разные люди. То есть, это могут быть спортсмены в прошлом, ну или там полупрофессиональные спортсмены. Это, скорее всего, работники офисов и так далее. Это и женщины, мамы, которые вырвались на ваш урок. И тоже это очень важно помнить, потому что к ним, ко всем нужен некий свой подход, свои команды и мотивации, и вообще, то есть все индивидуально на групповой тренировке. Когда вы это будете держать в голове, то вам будет намного проще вести класс, и ваши классы будут наполняться, а это, в принципе, одна из задач. Наполнить класс, а потом уже как раз-таки оттуда забирать на персональные тренировки. И сейчас мы поговорим про некие такие важные пункты до тренировки. Первое, конечно, это ваш настрой. То есть вы должны быть настроены на класс хотя бы минут за 10-15. Вы уже должны понимать, что ваш класс готов, все подготовлено, что вы там будете делать. Ну и морально быть готовым к тому или иному классу. То есть быть это в идеале. Понятно, что бывают классы в связке, но все равно тогда хотя бы за пару минут вы должны быть готовы и быть перед классом за 15 минут. Это в идеале, чтобы уже начать общаться с клиентами. А здесь мы как будем? И, кстати, добавлю, классно, это тоже недавно мы выявили такой момент, что перед тренировкой, когда вы стоите с клиентами, общаетесь перед тренировкой, да, вот перед самим залом, и когда, например, есть какие-то в клубе мероприятия, то об этом тоже можно поговорить. И мы вот сейчас приняли для себя решение, что вокруг зоны ГП мы будем вешать все наши рекламные макеты, какие мероприятия в клубе. То есть здесь вы можете обсудить с клиентами как раз, что скоро у нас там близится марафон новогодний, скоро у нас будут детские елки, обязательно купите там билет, потому что елка будет потрясающая. То есть поговорить о том, что будет происходить в клубе. Это очень отличный лайфхак. Причем здесь это классно будет для клуба, в котором вы работаете, и это хорошая штука для вас, потому что иногда ты стоишь перед залом и не знаешь, о чем мы с ними заговорить. А когда ты знаешь, так, у нас вот сейчас там новый тренажер поставили в тренажерном зале, и можете уже спросить, кто... То есть кто уже знает про этот тренажер или про какое-то мероприятие. Вот это, держите этот лайфхак. То есть когда вы начнете общаться с группой до класса, вам намного будет проще с ними общаться на тренировке и после. И у них сразу же сложится приятное впечатление про вас. Ну и если это персональная тренировка, то, конечно же, заранее напоминайте вашим клиентам про день, время, место, или это если это платная мини-группа, создайте некий чат, где вы тоже будете им напоминать, ребята, завтра там-то, там-то, во столько такая тренировка, не забудьте взять кроссовки или коврик для йоги. Или туфли. Да, и встречайте клиентов. То есть встреча – это важно. То есть если тренер стоит первый перед залом, клиенты подходят, он их встречает. Или в зале, когда тренер встречает клиентов, которые заходят, им это очень приятно. То есть они приходят к вам в гости, и вот такой некий сервис их будет мотивировать возвращаться к вам.
Да, Вика пишет, что как раз приходит специально пораньше, чтобы поболтать. Точно. Во, да. Мы вчера про это как раз говорили, да, что очень важна коммуникация с тренером. Это круто, некоторым это сложно, но старайтесь в себе вот просто понимать, о чем можно поговорить, и вам будет проще. Дальше во время тренировки, ну, помните, во-первых, конечно же, про формат, про тайминг, что люди приходят на конкретную тренировку, и если это, например, тренировка ног или взять тренировка Les Mills Body Pump, то люди будут ждать определенного от вас, то есть соблюдение формата, это, конечно же, очень важно. И очень часто бывает в некоторых клубах, например, форматы 45, но тренеру так хочется дать побольше, и он дает один трек от себя, тем самым он, да, он в их глазах вырастет, но он подставляет своих коллег. Поэтому здесь уже сразу не совсем получается то, что надо. Контролируйте результативность тренировки, старайтесь отслеживать какую-то динамику, но здесь, может быть, это как в малых группах или больше к персональному тренингу относится, но также во время групповой тренировки старайтесь людям давать какие-то некие маркеры, где они могут уже добавить вес, например, или спросите их, сколько в прошлый раз они брали, или там месяц назад брали на какое-то упражнение, например, вес, и пусть попробуют сделать больше. То есть тем самым вы будете им показывать заботу, то, что вы о них... что вы переживаете за их результат, это будет и уважение, ну и все это будет... Ну, здесь да. Еще вот я добавлю, да, еще важна ваша внимательность, то есть если вы, например, помните, что это Мария Ивановна там, месяц назад пришла к вам и вообще не могла поднять штангу, а сегодня она уже приседает с хорошим весом, вы ей про это говорите, да, что какая вы молодец, вы вспомните, вы же пришли, да, у вас там совсем сложно, тяжело было поднять вес, а сейчас вы берете такой вес, то есть прям оценивать вот эту динамику. И InBody тоже, как если есть в клубе InBody, тоже отправляете всегда клиентов, чтобы они сами, или помогаете им тоже с этой расшифровкой, если нет фитнес-консультанта. Это можете... сейчас реклама InBody. InBody, свяжитесь с нами. Ну и, как всегда, не перестанем повторять заботу, уважение, позитив, голос, поза. Просто, чтобы это у вас было здесь всегда. Ну и то, что вот сейчас Нелли сказала, хвалите всегда людей. Вот то, что они пришли, уже их хвалите. И после тренировки быстро пробегусь по основным. Если это, например, персональная тренировка, обязательно договаривайтесь про следующее занятие. Но если это и групповая тренировка, сейчас я... перескочу на последний пункт. Мы его вчера просто да, знайте две вещи. Первое, да, первое, это знайте, когда ваш следующий класс, ну, иногда бывает, тренер не знает, ну, когда там, а лучше все расписание свое, чтобы позвать людей конкретно на ваш класс, например, когда они уходят, иногда подходят к вам и спрашивают, когда ваша следующая тренировка, вы их зовете. И второе, знайте, когда, вот, например, вы провели, ну, не знаю, давайте там, силовую тренировку, такой же урок, в следующий раз. То есть скажите людям, что вот послезавтра, например, в 18:30 будет точно такой же урок, неважно, кто его ведет, приходите на него. То есть это, опять же, вы затягиваете людей, заботитесь, затягиваете их в групповые тренировки, и, ну, если уж вы им так понравились, они потом к вам будут ходить больше и больше. Поэтому тут такой важный момент, помните свое расписание и расписание вот этих аналогичных уроков, ну, или просто смотрите там по-быстренько в конце урока. Если это мини-группа или персональная тренировка, обязательно свяжитесь на следующий день после тренировки с клиентом, спросите, как он себя чувствовал, как вообще он себя ощущает, потому что, скорее всего, да, будет непросто, и ему, опять же, нужна будет ваша забота. Mm-hmm. Да. Давайте дальше, чтобы не терять время. Да, вот так. Ой. Ну, это пример скрипта. Да, мы его специально для вас оставили, чтобы если, например, вы, есть такая услуга, как вводная тренировка или стартовая тренировка в клубе, и если, например, вы ее провели, да, обязательно, точнее, нет, перед тренировкой, да, вот, после тренировки вы пишете ему этот скрипт, и еще знаете, что такое маленький, классный вообще, вы сейчас прям запишите себе, я недавно это... взяла из одного обучения очень крутого тоже тренера. Когда у вас прошла первая бесплатная тренировка, вы пишете клиенту вот это сообщение, как вы себя чувствуете, буду рад вас видеть на своих тренировках, вы добавляете ему какой-нибудь или чек-лист, или какую-то полезную статью,
или полезный гаджет, но это должно исходить из вашего какого-то диалога. Например, ой, какие у вас классные коврики, если, например, вам клиент говорит. И вы ему потом скидываете, например, на Wildberries ссылку на этот коврик. Или, вы знаете, у меня вот есть проблемы с питанием. И вы ему после тренировки, вот это вот, после этого сообщения скидываете, не знаю, чек-лист, там 10 правил правильного питания. Что-то такое, о чем вы, например, с ним поговорили, и что-то, какая-то вот эта забота, она должна быть вот в этом моменте. Мне кажется, это просто идеальная схема для привлечения людей на персональные тренировки. И идем дальше. Четвертая это наша тема. Да, мы так к ней готовились, вы не представляете. Вообще, я думаю, что не только мы, но и вы все, кто здесь есть, потому что вчера мы провели опрос. И задавали вопросы с топовым тренером, начинающим тренером, тренером разных подразделений, кто ведет групповые тренировки, и вода, и групповые, и детский клуб. Все приняли активное участие, и мы с Кириллом немножечко сейчас вот внесли вот в этот слайд ваши ответы. Вот прям спасибо Вика, спасибо Аня, спасибо Антон. Кто-то мне еще писал, в общем, много-много-много вас было. Ребята, это ваша работа, и мы ее хотим поделиться, как, знаете, эти проводники знаний. Это готовый опыт, уже рабочие кейсы, вот такие ответы. Как конвертировать ГП в ПТ? Выявлять новичков, интересоваться, да, то есть на групповой тренировке. Соответственно, мы интересуемся, мы заботимся. Все ли у вас получилось? Там задаем вопросы, даем рекомендации, что можно улучшить и предложить свою помощь персонально. Как правило, это зеленые, которые сами к вам никогда не подойдут. Вы, да, вы, осуществляя заботу, подходите и предлагаете. После урока рассказывайте про мини-группы свои или стартовые тренировки. У кого есть стартовые тренировки, я открыта для вас, я готова для вас провести. Подходите ко мне, отвечу на любые ваши вопросы. Для желтых это идеально. Как мы можем продавать красным после групповых тренировок? Рекомендации по технике. Бросаем вызов по весу оборудования. После тренировки отметить его результат. Например, классно получается, но ты мог бы добиться еще больших результатов. Точнее, даже не но, а и. Но мы стараемся не говорить. Да, если бы мы там, например, с тобой потренировались персонально и там подкорректировали технику, взрывную силу и так далее, да, то можно было бы еще больших результатов добиться. Для красных это тоже классный мотиватор для персональных тренировок. Если есть информация о человеке, кто хотел бы, например, стренироваться, тут краса написала нам, да, интересовался с вами, с тренировкой с вами, но, например, не решается подойти или еще что-то. Аня написала нам такую классную штуку, найду способ подарить ему персональную тренировку от себя, и он, вероятно, останется насовсем. Тоже как бы к зеленым больше относится, да, такое проявление заботы, но вот потрясающе, мне кажется, тоже такой инструмент. Самое простое – найти... Да, то есть найти человека, есть некие проблемы с техникой, да, но мы не говорим, что это проблема, мы говорим о том, что это зона роста, что можно над этим поработать. Опять же, всегда идите от заботы, с легкостью, вот с такой вот с подачей. Не надо ему говорить, вы вообще приседаете ужасно, вы видели себя. Вот очень часто такое слышу, мне прям ножом по сердцу. Вот, и... Можешь назад, пожалуйста, вернуть, что с точки зрения безопасности и заботы вы можете исправить эту технику, да, или улучшить. И опять же, вот круто Аня написала, для красных вызов, для зеленых забота, для синих факты и для желтых веселья. Мы надеемся, что вам поможет этот фидбэк и эти инструменты. Идем дальше. Как конвертировать ГП в ПТ? Здесь тоже небольшие тезисы. Вот что написали нам. Ну и пока сам в себя не поверишь, точнее, сам не поверишь в то, что ты им действительно можешь помочь через персональные тренировки, выходит плохо. Да? То есть, когда ты уверен, это чувствуют. Ежедневная работа над качеством своей работы дает результат. Отдаваться процессу, служить своему делу.
Клиенты меньше покупают, когда им продают, а покупают то, что советуют, что соответствует их потребностям. Это тоже выводы наших ребят, которые прислали нам. И мы полностью с этим согласны, потому что сами проходили путь такой, вот, когда не продавали, а потом начали продавать. Еще дополню буквально, чего хотят люди. Люди хотят контакта с тренером, да, это как раз Вика из Казахстана написала. Они хотят потребности, у них есть потребность в общении с тренером. И несколько инструментов, что нужно делать. Ребята, всем сейчас совет от нас, заключительный этап нашей лекции. Ведите свой личный блог, развивайте его, давайте больше полезных советов. После тренировки давайте советы, не держите в себе информацию, что за нее должны платить. Открытый лидер – это человек, который помогает людям. Если вы чувствуете, что ваша информация может помочь, давайте ее, не держите. Показывайте свою компетентность. Не бойтесь ее показывать. И очень важно, мне помогла эта штука, когда-то мне посоветовал один очень крутой тренер. Надевать такие CC glasses, это называется. Почему CC? Потому что на английском это звучит как competence и confidence. Это уверенность и компетентность. И вот когда к вам идет человек, а вы, например, его боитесь, есть такой момент страха, я думаю, что все его переживают, вы надеваете на себя эти очки. И все, и вы как будто бы включаете это. Я уверенный и я компетентный. И это работает. Вот для кого-то точно сработает. Потом напишите нам, с кем сработал CC Glasses. Вот. И у нас для вас есть еще... Вопрос здесь. Как повысить проходимость ознакомительных тренировок, так как многие члены клуба отказываются? После групповых тренировок. Опять же, да, вот классный лайфхак. Вы говорите, у кого есть... Стартовые тренировки. Я готова или я готов вас принять. Пожалуйста, подходите ко мне, мы с вами прямо сейчас запишемся. Мне кажется, тут еще такой момент, как ее позиционировать, эту стартовую тренировку. Может быть, ее стоит там вам преподнести клиенту как бесплатная тренировка, может быть, по какой-то групповой тренировке, чтобы он лучше в ней, ну, себя чувствовал. Или он там что-то попробовать еще, на что он не успевает в расписании. Где купить? Очки. Очки надо? Очки не видели. Давай дальше. И у нас есть к вам такая просьба написать нам, какие темы осветить на следующей нашей лекции 15 декабря. Интересно. А куда писать? Писать вот сюда. Следующий слайд. Это наш телеграм-канал, либо мы всегда на связи в Инстаграм, ну вот Кирилл не так всегда, но в телеграме у нас есть наставничество, тоже мы с Кириллом как раз обсуждаем темы с тренерами и прокачиваем их софт-скиллы, хард-скиллы, майнд-скиллы, да, то есть стараемся помогать ребятам становиться лучше и успешнее, что немаловажно. Вот, пожалуйста, пишите нам. Мы постарались уложиться, вы знаете, самое просто сложное было. Мы гнали, мы даже про мотивацию не рассказали, но мы про мотивацию расскажем в следующий раз. Точно, кстати. Да, и пишите нам, что вам нужно, мы очень хотим быть полезными для вас. Ну вот я думаю, что можно эту тему еще подраскрыть, наверное, в следующий раз, про то, почему отказываются люди на бесплатную тренировку. Ну хотя вот прям я вижу, что, видимо, такое есть, хотя удивительно, как можно отказываться от бесплатного. Ну, да. Очень часто, знаете, почему отказываются? Они боятся, что вы будете им что-то там впаривать. Вот есть такой, да, стереотип. Потому что люди понимают, ага, бесплатная, точно что-то мне там хотят впарить. Поэтому пишите, что хотите обсудить. Ну, если даже этот вопрос, он очень актуальный. Больше анонсов просто в Инстаграм. Когда следующий у нас? 15 декабря. 15 декабря, да. Запланируйте заранее вот это. Да. Подключайтесь, и очень круто. Спасибо вам большое, что вы активны в чате. Это всегда радует, когда вы задаете вопросы и добавляете что-то себе. Да, если есть вопросы, давайте прям буквально минутку на вопросы. Спасибо.
Спасибо, спасибо, да. Или если мы затягиваем время, да, мы можем, например, какие-то вопросы ваши. О, Виктория, отлично. Если что-то отметили за такую короткую лекцию, супер. Да, ну. Ну, наверное, все, прощаемся. Да, да, мы очень были рады с вами провести время. И спасибо за ваше внимание. Да, спасибо. Если вдруг какие-то вопросы останутся, пишите нам, мы ответим. Да, либо или 15-го. Да. И мы... Было случайно увидела, спасибо. И мы будем рады быть полезными для вас 15 декабря в час дня. Не забывайте приходить. Кстати, да, либо наш телеграм-канал, либо телеграм-канал Global Fitness Forum. Да, там тоже, или чат. В общем, вот тоже есть свой телеграм-канал, есть где все анонсы, Инстаграм, поэтому подпишитесь на все каналы, чтобы не упустить информацию. Здесь очень классные, интересные лекции проходят. Да, выставляйте скрины. А мы будем помогать репостами, хорошо, да. Договорились. В Инстаграм отмечайте Global Fitness. Да. Все, всем пока, хорошего дня, применяйте новые знания, пробуйте и делитесь, что удалось, что не удалось. Да, делитесь, это всегда так интересно.